мы продолжаем освещать мировое турне труппы Divine Performance. С китайским новогодним представлением спектакля эта труппа привнесла в Бостон традиции древнего Китая. Стефан Линч – один из 10 представителей в Нижней палате Конгресса США от штата Массачусетс, одного из самых либеральных американских штатов. Конгрессмен поделился с NTD тем волнением, с которым он и его семья смотрели представление. Очень хорошее шоу. Рассказывает о культуре и истории, как в опере. Знание смысла, который стоит за танцем, думаю, очень обогащает. Это было фантастически. И мои девочки и супруга получили огромное удовольствие. Это фантастично, это неповторимо. Я вижу здесь много молодых китайских семей. Уверен, что шоу помогает установить связь между ними, их семьями и их культурой. Это уникальный способ возродить такого рода взаимосвязь. Спектакль очень красивый, очень. Это замечательная и очень профессиональная работа. Думаю, здесь есть чем гордиться. Гордиться китайскими традициями. Члены Конгресса США являются представителями от самых разных групп населения и культур, а также имеют дело с вопросами внешней политики, которые затрагивают все общество. По словам некоторых посетивших шоу, китайское новогоднее представление – это непревзойденного уровня знакомства с одной из самых больших культурных традиций в мире. NTD, Бостон, штат Массачусетс, США.